Рядом со мной находится Александр Филимонов, генеральный директор компании «Имбирь». Александр, и первый же вопрос. Судя по названию, логически получается, что ваша компания занимается имбирем? Имбирем в том числе. Это название мы выбрали, исходя из первого продукта, который компания произвела в 2012 году. С тех пор и замысел компании, и стратегия изменились, ну, скажем так, разрослись как бы и в ассортиментном, и в стратегическом направлении, а название осталось. Какую линейку продуктов вы привезли на выставку ProdExpo? Значит, мы привезли две абсолютных инновации, для, как для российского рынка, так считаем и для общемирового рынка. Уверены в том, что аналогов не существует, ну, по крайней мере, может быть, если даже где-то они и есть, то в широкую мировую известность пока, то есть они еще не получили. Посмотрим, у кого получится это сделать первее. Значит, хотели показать, это наши чаи. Чаи, это концентрат чая фруктового вместе с крепкой заваркой черного чая цейлонского. Значит, линейка брусника каркаде, облепиховый хит, имбирь-лимон хит и, внимание, глинтвейн безалкогольный тоже хит. В рамках современных трендов здорового питания и удобства потребления просто добавляем на кружку 250 мл горячей воды, получаем абсолютно продукт аналогичный, который мы в кафе можем получить рублей за 250-300 вот в таком вот красивом чайнике. Можно употреблять на работе, в офисе, дома, ну, в любом месте, скорость приготовления, кипяток и 15 секунд перемешать. Скажите, пожалуйста, где производите вы вашу продукцию и где, на каких прилавках торговых сетей можно увидеть именно ваш продукт? Производим продукцию, ну, компания находится, и производим ее там же, в городе Санкт-Петербург. Продукт абсолютно новый. Первую промышленную партию, несмотря на то, что замысел у нас продукта, мы вынашивали уже 2 года. Первая, что называется, производственная промышленная партия у нас сошла 2 недели назад. И мы привезли ее сразу на выставку. Несмотря на то, что мы успели сделать несколько коммерческих предложений клиентам потенциальным и здесь на выставке, в общем-то, ожидания нас не обманули. Продукция, ну, производит впечатление мощное. У нас есть несколько потенциальных федеральных контрактов от сетей доставок, от вендинговых компаний, от компаний ритейла, всевозможных там компаний сетевых общепит, сетевой общепит. Тем не менее, да, мы хотим заявить о себе и в нескольких транснациональных компаниях. Не буду пока называть названия, но мы начали вести переговоры с некоторыми с транснациональными компаниями фастфуда. Потому что это не только, ну, скажем так, абсолютно натуральные ингредиенты, там заварка и ягоды натуральные. Это в первую очередь для компаний бизнеса очень, скажем так, решает многие операционные проблемы. Учета, скорость приготовления, подачи, доставки, ну и главное, вкус и хранение, что немаловажно. Задумка поистине гениальная, и желаю вам успехов и достижения ваших поставленных целей. Спасибо, Александр. Спасибо.